Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Валентина. Сегодня я буду варить варенье из клубники двумя способами. Клубника у нас уже отходит мелкая и самое для варенья то, что нужно. Первый способ у нас будет варенье. Это 2 килограмма клубники возьмем, 1,5 килограмма сахара, 2 лимона, 25 листиков мяты, 25 листиков базилика. Второй способ будет у меня. 1 килограмм возьму помельче ягод клубники и 1,2 кг сахара, 200 лепестков розы, у меня пахучая есть на даче, 100 мл воды и 0,5 чайной ложки лимонной кислоты. Засыпаем ягоды мы сахаром. Если положено 2 кг клубники и 1,5 кг сахара, то мы засыпаем половину нормы. Это на 2 кг клубники 0,7 сахара. И оставляем все это на ночь. А потом мы будем добавлять сахар в процессе варки. Сорвали 200 лепестков такой вот розы. Освободили куст немножко, облегчили. И пойдем готовить варенье. Достала я ягоды из холодильника, которые стояли всю ночь, засыпанные сахаром. Я сегодня буду делать два способа варенья. Так, начинаем варить наше варенье. Перемешаем все. Варенье наше начинает закипать. Кто пенку снимает, кто нет. Я, например, предпочитаю, конечно, ее снимать, пеночку. Вот уже одно варенье начинает кипеть. Вот, второе уже на подходе. Одно варенье мы оставили уже в сторонку. Закипело, 5 минут прокипело. Делаем для него сироп. Берем 100 мл воды. И высыпаем 0,6 сахара, который мы половинку высыпали вчера на ночь. А это добавляем 0,6. Добавляем в этот сироп 0,5 ложки лимонной кислоты. И высыпаем лепестки роз, 200 штук. Они у меня высохли уже на солнышке. Перемешаем. Аромат идет бесподобный. Сами лепестки ароматные. И, конечно же, и сироп ароматный получается. Вот такой. Закипели наши лепестки роз. И мы сейчас выливаем в эти лепестки роз варенье. И даем закипятиться и варим 15 минут. Лепестки роз мы не вытаскиваем. Это и весь смысл этого варенья. Они очень красиво смотрятся. Запах бесподобный. Варенье выключаем и даем остыть. С этим вареньем мы продолжаем работать. Оно закипело у нас, прокипело 5 минут. Вот, можно пеночку снять. Второе варенье наше закипело, и мы сюда добавляем листики мяты и базилика. Промытые хорошенько. И даем закипеть 5 минут вместе с этими листочками. И потом выключаем и даем остыть. Третий раз начинаем кипятить. Смотрите, какое оно насыщенное стало такое варенье. Красивое. Ягодки целенькие, не разлезлись, ни сколечко даже. А наоборот, набираются соком этим. После закипания 5 минут покипит, и мы выключаем. И оставляем на ночь до утра. Когда наши ягоды начали опускаться вот на низ уже, видите, это уже варенье готово. Мы его кипятим последний раз и будем разливать по баночкам. Желатин пищевой, вот это быстрорастворимый, я его опущу в варенье с лепестками роз, чтобы было желеобразное. Разлили мы по баночкам варенье, постояло у нас оно ночь. Смотрите, в тарелке какое желе густое.
Вот оно сейчас, вот оно с лимоном и мятой. Вот такое варенье, не густое и не такое жидкое. И главное, что этих лепестков и не видно даже. Сейчас мы откроем баночку с лепестками роз. Вот. Видите, какое пустое. Вот оно. Вот оно. Такое вот красивое варенье. Желе. Вот такое вот варенье у нас получилось. Вкусное, запах приятный. Вот, вот смотрите, в банке видны вот они, лепесточки роз. Мы сейчас их попробуем достать. Лепесточки розы. Вот они. Как мармеладки. Очень вкусная.